Приветствую, дорогие друзья, с вами Андрей Ховратов. И сегодня я вещаю из Куала-Лумпура, где у нас проходит саммит СВИК. И сегодня второй день, третий день. Хочу всех, кто сотрудничает со СВИК, всех, кто обучается в Академии частного инвестора, объявить о том, что мы переходим на новый этап в 2019 году. В этом году нам 5 лет СВИГу. Вчера мы объявили о том, что пятилетие пройдет 1-2 октября в Дели, в Индии. Это будет огромнейшее мероприятие. Мы запланировали, что это будет минимум 10 тысяч человек, хотя местные товарищи из Индии говорят, что только они там 10 тысяч привезут своих. Дорогие друзья, билеты уже продаются на это участие в личном кабинете. Я хочу сказать, что будет там. Ну, во-первых, под итог 5 лет. Это очень важный рубеж, когда тебе 5 лет, когда компании 5 лет, когда ребенку 5 лет. Это очень серьезный рубеж перехода на новый этап. И мы подведем итоги. И итоги следующие, что то, что мы сделали за 5 лет, за сегодняшние 4,5 года, очень сильные результаты. Нас более 500 тысяч, нас больше 150 стран мира. Мы сделали средний прирост капитала именно СВИГа в среднем плюс 26,5% в день. Это еще не все. По тому портфелю, который есть в СВИГе, который обещался в самом начале открытия фонда, будет огромное количество представлено на пятилетие новых инструментов с очень высокодоходностью большой. И некоторые инструменты, которые будут давать доходность уже через 3 месяца, некоторые через месяц, некоторые через полгода. Более того, мы ставим себе план, что именно к этому времени должно быть закрыт вход в корневую технологию Skyway. Мы должны уже собрать определенную недостающую сумму для скоростной системы. Мы ставим себе целью, это несколько адресных проектов, чтобы СВИК инициировал и передал компании Skyway. Потому что есть сегодня очень интересные проекты, которые дадут очень большую высокую доходность. Далее это будет чествование новых лидеров. Мы уверены, что родятся новые советники президентов. Более того, так как мы ведем уже СТО, делаем СТО, называется, одного направления, то в ближайшее время, видите, я захожу в зал, в ближайшее время, вот он, плакат саммита. В ближайшее время узнаете СТО, СТО, какого направления, это как СТО мы делаем. И к июню, к июлю уже он будет внедрен, это направление. Поэтому, дорогие друзья, good morning, мистер Барони с Италии. Good morning. И что хочу сказать, ребят. В общем, готовьтесь, те, кто хотят стать, перейти на новый этап. Те, кто еще не стал миллионером, тот в этом году, я думаю, уже точно заработает свои приличные деньги и выйдет на уровень дохода миллионеров. Те, кто еще, скажем, планирует иметь достаток и большой доход, я вам скажу, что в этом году при той работе, которую мы сейчас планируем, вы сможете это сделать и выйти на очень высокие доходы от 10 тысяч долларов в месяц. Те, кто планирует стать мультимиллионером, миллиардером в ближайшие 5 лет, вам необходимо быть на том мероприятии, которое будет в Индии, в Дели. Поэтому, дорогие друзья, приглашаю всех на это уникальное мероприятие, которое состоится 1-2 октября 2019 года в Нью-Дели, Индия. С вами был Андрей Ховратов. Пока-пока.
Раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышно? Добрый вечер. Просьба проголосовать, кто впервые, кто второй, третий раз, а кто более регулярно посещает вебинары юридические. Всех приветствую. Пока что у нас 49 человек, немного. Я сейчас в России нахожусь, в Малайзии. Тут уже ночь глубокая. Прошел саммит СВИК в Куала-Лумпуре. Очень мощный, очень необычный, насыщенный. Столько людей новых появилось. Все верят в идею, в философию СВИК. Верят в то, что мы можем изменить будущее. Очень здорово, что такие люди находятся. Вот. Уже, наверное, в соцсетях везде эмоции и впечатления все высказывали, кто был на этом саммите. Действительно, очень здорово, очень мощно. У СВИГа очень большое будущее. Планы были объявлены на будущее Андреем Ховратовым. Вот, и скоро, в конце года, в Индии будет новый слет, новый саммит, который приурочен к пятилетию компании SkyWayMS Group, которая сегодня показывает уникальнейшие результаты роста по многим направлениям бизнеса. Поэтому здорово, что мы все в этой компании находимся. Так, сейчас я проверю, какие у нас вопросы были. Для тех, кто впервые, я представлюсь на всякий случай еще раз. Меня зовут Максим Гафияк. Я юрист, директор международного юридического департамента SkyWayMS Group. Юрист-практик, вот, и на данном вебинаре мы будем и отвечать на вопросы ваши, которые вы задавали в электронной форме, либо в этом чате, вот на этом вебинаре, либо и в том числе также буду стараться вам немножко рассказывать какие-то моменты, которые вам годятся вообще в целом с точки зрения инвестиционной финансовой грамотности, ну, именно в аспекте юриспруденции. Для того, чтобы вы могли сознательно выстраивать свои, скажем, такие стратегии для будущего и двигаться дальше. Так, когда у нас был последний вебинар? Двадцать третьего января. Так, я буду периодически переключаться между окнами в своем браузере, потому что у меня дополнительного экрана нету. И раз, два, три, четыре, пять. Проверьте, пожалуйста, звук. Может быть, у вас компьютер можно увеличить. У меня...
Джойстик показывает, что довольно высоко поднято звучание. Буду переключаться между окнами в браузере, потому что один экран. Могу не видеть то, что у нас в чате. Один экран. Нет. Законодательство. Практически во всех странах оно принято. Практически во всех. Не во всех, но практически во всех. О том, что если физическое лицо получает доход от какой-либо деятельности, единожды, один раз в год, то такой доход гадится соответствующими налогами и в некоторых странах еще и взносами в пенсионные и социальные фонды. Это первое. Такой доход должен быть еще также задекларирован. И налоги должны быть уплачены. Вот. Второе, это если вы выводите, ну, будете стараться выводить, или будет желание у вас такое, выводить более одного раза, то есть два и более раз, вывод денежных средств с бонусного счета на банковскую карту или на банковский счет, ну, в данном случае на банковскую карту, это считается предпринимательской деятельностью. При этом есть ответственность за проведение незаконной предпринимательской деятельности. Что такое незаконная предпринимательская деятельность? Это деятельность, когда человек ведет предпринимательство, но не будучи зарегистрирован в налоговых органах как предприниматель. Не поставлен на учет, не зарегистрирован и не ведет всей соответствующей бухгалтерской и налоговой документации, которая требуется по закону. Во многих странах предпринимательская деятельность имеет упрощенные формы ведения и бухгалтерской отчетности, и налоговой. И, в принципе, не очень большие затраты она требует для того, чтобы ею заниматься. Также, вот, в частности, в Российской Федерации с 1 января введено понятие самозанятых лиц. Это еще более упрощенная форма, чем предпринимательство. Самозанятое лицо. И там есть свои какие-то градации регулирования. Но они доступны. Они доступны. И научиться и вести тоже можно. Вот поэтому я очень серьезно призываю всех, кто делал, планировал и планирует вводить средства с бонусных счетов на свои банковские карточки, обратить на это внимание и сделать все необходимые действия, которые требует закон. Значит, если вы один раз в год выводите деньги, это значит получение дохода физического лица, которое нужно задекларировать в следующем году после окончания данного налогового года. То есть налоговый год считается с 1 января по 31 декабря включительно. Вот когда заканчивается, если вы даже в этом году вы вывели деньги на карту в банке, значит, в следующем году вы должны задекларировать до весны, включительно там до, по-моему, 20 апреля или до кого. Есть даты, когда можно подавать эти декларации. Вы должны подать эту декларацию и зафиксировать, что у вас был доход получен один раз. Если же вы выводите два и более раз, это считается уже систематическое занятие предпринимательской деятельностью. Поэтому в данном случае, чтобы не наступала никакая ответственность, необходимо, прежде чем так делать, зарегистрироваться как предпринимателю и оплачивать соответствующие взносы, налоги и пошлины, которые присущи предпринимателю, да, либо вот самозанятому лицу. И декларировать уже, подавать отчетность как предприниматель. Тогда такие выплаты будут считаться законным получением дохода. Вот. Почему я на это обращаю внимание? Потому что последние даже несколько, буквально 2-3 месяца у нас пошел новый виток ужесточения работы с банками.
банки в разных странах, те, которые раньше вообще как бы этим не интересовались особо, им достаточно было так поверхностно видеть, что все нормально. Сейчас они очень жесткое внимание уделяют практически каждой транзакции. Ну, до какого-то момента идут транзакции, потом начинаются тотальные проверки, далеко назад, как говорится, да, по времени. Дошло до того, что один из банков, ну это в принципе не только к нам, это к разным компаниям, что даже уже стали запрашивать законность происхождения средств у клиента, который проплатил там за обучение. То есть клиент должен, мы должны были связаться с клиентом и попросить у него какой-то документ, подтверждающий, что эти деньги он получил законным путем. Хотя деньги настолько там небольшие, там речь шла о небольших совсем деньгах, на которые вообще никогда банки не обращали внимания. В данном случае мы просто видим, что идут. Но это не только, я еще раз повторяю, это не из-за нашего бизнеса, да, не только к нашей компании. По такие проверки попадают даже компании, которые там элементарной канцелярии, интернет-канцелярий, магазин, и даже их проверяют. Вот такие вот вещи устраивают. И, конечно, это трясет бизнес во всем мире, но, к сожалению, вот такие перегибы определенные сегодня идут. Вполне понятно стремление банковской системы и клерков в банках обезопаситься от подозрительных операций в плане получить полную ясность по операциям и убедиться, что там никаких нет каких-то там отмываний средств преступных и так далее. Или что-то с терроризмом там связано, якобы это. Все это понятно, потому что фон сегодня политический, международный, весьма напряженный. Мы видим, что происходит, и войны идут, и терроризм есть на планете, к сожалению, и преступность есть, и как бы понятны эти стремления. Но, к сожалению, вот надо констатировать, что идет перегиб палки, и весьма иногда очень неадекватный перегиб. Но поскольку как бы законодательное поле международное на сегодняшний день дает очень большую фору, скажем, да, свободу действия банкам пока, то есть пока нет дополнительных регуляций, которые бы уточняли действия банка в данном случае, банки, естественно, этим пользуются и вот применяют свои какие-то такие требования к бизнесу. Поэтому мы со своей стороны, естественно, реагируем на это. У нас все прозрачно, все законно. Вот, но, конечно, не совсем приятные моменты. Сам момент разбирательства, потом все приводится в норму, в смысле, к пониманию приходит, и банк понимает, что у нас все нормально. Но, к сожалению, нужно думать о том, чтобы безопасно вести бизнес, нужно со всех сторон себя обеспечить всеми, выполнить все требования, которые есть у регуляторов. Вот. Поэтому вот Галина сразу спрашивает по поводу пенсионерам. Предел какой суммы отчисления налоговую? Ну, предел суммы я помню, что в России, по-моему, 4000 рублей. Это необлагаемый налоговый минимум доходов граждан. Но 4000 рублей это очень мало, конечно, и поэтому я рекомендую для тех, у кого небольшие суммы, обратить внимание на вот этот новый налоговый режим для самозанятых лиц, это в Российской Федерации. Он действительно очень неплохо продуман, это очень хорошее подспорье для людей, которые зарабатывают не слишком огромные деньги, но они могут там до определенного объема использовать эту форму, более упрощенную, скажем, в плане вот ее применения и обслуживания. Поэтому вот можете узнать подробнее в ваших налоговых инспекциях. Также есть частные юристы и бухгалтера, которые занимаются только тем, что сдают отчетность по предпринимательской деятельности и помогают там регистрировать и так далее. И там, и там. Ну, сейчас и налоговая стала, кстати, российская очень неплохо, и украинская, по-моему, тоже, по крайней мере, вот я еще когда был на Украине, то я помню, что там тоже вводились определенные улучшения. Вот система открытого окна, то есть когда в зале много окон, много специалистов, вы подходите к тому специалисту, который специализируется по вашему вопросу, задаете вопросы, вас бесплатно консультируют,
подсказывают там, как заполнять документы и все. То есть, в принципе, можно все даже делать самому, не тратя денег на консультантов, на посредников. Вот. Но если кому дороже время, то проще тогда заплатить какому-нибудь юристу или бухгалтеру, который все сделает за вас. Вот. И, соответственно, там по суммам, по лимитам, которые установлены для разных налоговых режимов, для разных видов предпринимательства, можете уточнить тоже вот у налоговиков. Я могу сейчас некоторые цифры не очень точно помнить, потому что не работаю с ними каждый день. Вот. Вкратце так. Так, некоторым вашим вопросам я вернусь. Галина, если каждый месяц. Вот насчет 50 долларов каждый месяц, то не могу сказать, но вы снимаете регулярно, это может быть расценено как систематическое получение дохода. И я вот не помню, 4000 рублей это в год или в месяц доход. Вообще, обычно налоговая смотрит на годовой доход, поэтому тут сложно мне сказать, конечно. Я не помню, честно вот скажу, потому что сейчас работаю с другим массивом документов и законодательства, просто сейчас уже не помню. Надо уточнить этот момент. Но это тоже такой момент, ну, на это надо обратить внимание, вот на эти нюансы. Но точно знаю, что вывод денег не единожды говорит о регулярной предпринимательской деятельности. И это, то есть тут такой момент скользкий. Но опять же, вы должны понимать, что затраты на ведение предпринимательской деятельности вы должны посчитать сразу все. Это сюда включены и госпошлины, там налоги, плата, там пенсионный фонд, социальные фонды, да. И в том числе сюда включаться сейчас по умолчанию это доход, который перечисляется на банковский счет, то есть на счет физлица. По идее, если вы являетесь предпринимателем, деньги должны поступать не на счет физлица, а на счет индивидуального предпринимателя. Ну, я пока не встречался с жестким регулированием данного вопроса. И один раз у меня был случай, когда банки, или не банки, налоговые, когда задавала вопросы человеку, который получал и на банковский счет, и на, там, на карточку, например. Но он тогда просто объяснил, что клиент хотел передать наличные деньги там за услуги, а у него не было возможности. И, ну, в общем, как человек оправдался, вроде бы ему никаких за это последствий не было за это. Но опять же, надо уточнять, потому что такие нюансы иногда могут меняться. Требования. Вот. К чему я говорю, что нужно взвесить все вот эти расходы в год, которые у вас предстоят, с тем количеством денег, которые вы планируете заработать или предполагаете заработать за этот год, готовы ли вы на такие траты? Стоит ли овчинка выделки, как говорится? Если овчинка выделки не стоит, тогда стоит перейти на разовый вывод средств с бонусного счета в нашем личном кабинете и декларирование его как разового дохода. Тогда точно вопросов не возникнет. Либо рассмотреть вот, говорю, вариант с самозанятого лица, но там тоже есть какие-то выплаты. Надо посмотреть размеры и вот сопоставить. Вот, вкратце так. Ну, мы подготовим в ближайшее время документы, которые будут сопровождать такие выплаты на карты для тех, кто это будет делать. Сегодня эти вопросы уже практически все определены на сегодняшний день. Мы технически только эти документы подготовим, загрузим в кабинет личный, и они будут в автоматическом режиме генерироваться. Вот тогда как бы это все будет нормально. Так, ну вот насчет прерывистого звука не знаю. Я вышел в интернет из отеля. Здесь такой интернет, вроде бы позволял общаться более-менее. Ну, иногда может быть немножко падение уровня интернета, но временное. Как бы вот тут 2 или 3 дня и нормально вроде было. Вот.
Вкратце так. Значит, перейду к вопросам, которые ранее задавали. Вот начну еще с 22 января. Его задал Николай Романович Овчинников из Украины. Можно ли прислать бизнес-план развития региона, разработанный совместно с моими европейскими друзьями? Ну, Николай Романович спрашивает по-украински, но поскольку у нас большая часть аудитории может не понять украинского языка, поэтому я прошу прощения, отвечу на русском языке. Значит, можно ли прислать план развития региона, разработанный совместно с европейскими друзьями? Можете прислать, Николай Романович, если в этом бизнес-плане региона вы ну, хотели бы, допустим, видеть там Skyway, именно трассы Skyway, но сразу хочу сказать, что хорошо, конечно, что был согласован с чтобы, ну, как бы это не было на уровне энтузиазма и самодеятельности только, а уже чтобы это была некая профессиональная бумага, которая, ну, по крайней мере, когда вы придете уже, допустим, мы со своей стороны передадим Анатолию Эдуардовичу Ницкому, и если он утвердит, допустим, в будущем какие-то движения вот, в плане реализации проекта в вашем регионе, то чтобы со стороны властей уже была подготовлена платформа по тому, чтобы принять такое сотрудничество и внедрять Skyway. Вот, ну, я так думаю. Ну, присылайте, если что, будут какие-то вопросы, можно будет согласовать. Следующий вопрос у нас Марущак Нурдия Валиевна. В форме регистрации в корневую компанию приложена декларация о рисках. В первом пункте данной декларации есть следующая формулировка. Риск потерь, превышающий инвестируемые средства, возможность наступления событий, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемые средства. Потенциальный клиент моего партнера SX задал вопрос по форме регистрации в корневую компанию Skyway и просит разъяснить суть превыше приведенной записи. Что значит потери, превышающие инвестируемые средства? Надо для себя расшифровать, что все инвесторы не только имеют риски потерять деньги, но могут еще и быть должны этой компании. Последствия еще и уплачивать некую сумму. Ну, дело в том, что я не имею права, поскольку не являюсь сотрудником корневой компании, я являюсь сотрудником Skyway Invest Group. И я не имею права комментировать документы и форму работы, и договорные документы, в том числе корневой компании. Мы не регистрируем своих клиентов в корневой компании. Если она это делает в корневой компании, то этот вопрос нужно адресовать в корневую компанию. У меня есть видение и мнение на этот счет, но в данном случае просто с этической точки зрения я не имею права это комментировать. Поэтому вопрос не по адресу, скорее. Извините. Владимир Викторович спрашивает, подтверждается ли владение акциями трейдера держателя с номером акции, если да, то каким образом? Ну, я сразу поправляю, у нас не акции, а доли, потому что в английском языке два слова. Это для тех, кто, может быть, впервые это слышит. Я уже очень много раз это объяснял, но я повторюсь. В английском, британском торговом праве и корпоративном праве есть понятие английские stocks и понятие shares. Stocks – это акции акционерного общества, которые торгуются на фондовой бирже международной. Они прошли определенную процедуру, там, называется на листинг и так далее. Там у них совершенно, ну, немножко, скажем так, довольно сильно отличающийся режим владения, использования и так далее. Хотя они очень сильно похожи между собой, но основное отличие в
Второй формы shares – это форма, больше присущая корпорациям с ограниченной ответственностью, которые не торгуются на фондовых биржах. То есть это есть виды корпораций, виды компаний, которые не выходили на фондовую биржу. То есть они иметь могут тоже много учредителей, много так называемых дольщиков или акционеров, как их так обычно принято называть, да? Но при этом и их акции не торгуются на фондовой бирже. А посему это как некий такой закрытый инструмент компании, с помощью которого реализуются разные формы обеспечения бизнеса. То есть это форма и владения акциями, долей, вернее, в капитале компании, это форма выплат дивидендов, это форма влияния даже на принятие решений, потому что огромное количество этих shares, долей, есть их видов и с разными нюансами, отличиями. Там есть неголосующие доли, есть голосующие, есть привилегированные, непривилегированные, есть управленческие, есть доли, которые привязаны к какой-то одной семье, есть доли, которые контролируют принятие решения, есть доли, которые при любых раскладах обязуют компанию выплачивать владельцу этой доли определенные проценты, определенные дивиденды. Вот, то есть очень много в этом плане инструментов. Это довольно-таки хорошая вещь для компаний, потому что можно выстроить стратегию свою. И с разными инвесторами, с разными людьми, которые участвуют в жизни и деятельности компании, начиная от создателей, да, и совладельцев, заканчивая просто сотрудниками даже компании или просто привлеченными инвесторами. Вот с ними можно совершенно разную политику выстроить, наиболее приемлемую и для компании, и для этих людей. Вот поэтому различие акций и доли я делаю на этом акцент, чтобы не путаться, потому что и то у нас обычно в практике называют акциями, но на деле это не акции, а доли. Потому что все-таки у нас идет именно shares. Вот. Поэтому к вашему вопросу возвращаюсь, подтверждается ли владение долями от регистра-держателя с номером долей, если да, то каким образом? От регистра-держателя, ну также у него просто тот же самый реестр, что сама компания передает реестр регистра-держателю, у нее самой этот реестр остается, и у регистра-держателя он остается как дубликат, что ли, который хранится. Естественно, там все совпадать должно. И совпадает. Плюс самой компании реестр находится в разных местах, в разные дубликаты. Это сделано для безопасности. Вот. Так что тут подтверждение, выписка из реестра и есть подтверждение. Самое главное, выписка из реестра. Первичное юридическое подтверждение владения акциями или долями какой-либо компании является запись в самом реестре. Первичная. Вторичная – это выписка из этого реестра, это вторичный документ. Третичный документ выдается на основании уже этой выписки, делается сертификат. То есть, как вы понимаете, сертификат имеет меньшее значение, чем сама выписка. Вот именно информация выписки является корневой информацией. Корневая информация – это сам реестр. И запись в этом реестре является основой. Вот поэтому у западных компаний сегодня в связи с вот этой модой на упрощенчество, у них сегодня вот какая-нибудь там строительная лондонская компания может выдать вам выписку из реестра о том, что вы владеете, допустим, купили вот какие-то доли или акции. И эта выписка может выглядеть обычным PDF-файлом, а там А4 формата в горизонтальной форме, на котором простым машинописным текстом будет написано название компании, ваша фамилия, количество долей, номинальная стоимость и внизу фамилия директора. Ни подписи, ни печати, ни логотипа, ни каких-то знаков защиты или еще чего-то. Просто PDF-файл, выданный на сайте этой компании. Вот и все. Вот сегодня как бы вот это упрощенчество, оно вот до этой формы и доходит.
ни бумаг, ничего, как бы вот это является подтверждением. На сегодня это признается и судами, это признается и регуляторами. То есть электронная форма документооборота, она подтверждает эти вещи. Вот, причем даже сам этот PDF-файл не защищен какими-то особыми цифровыми подписями, как это делается в России. У нас даже немножко более перестраховываются и так далее. Не требуется этого. То есть считается, что первичным является запись в реестре, что она считается по умолчанию, что она достаточно защищена. Вот для этого и сделан, видимо, институт этих компаний реестродержателей, которые фактически дублируют, да, как бы подстраховывают компании, которые работают, вот, и у которых есть этот реестр свой. Вот, таким образом. Конечно, любая компания не может стать компанией реестродержателем, у нее есть определенные требования, которые она должна выполнить для того, чтобы такое, скажем, статус получить, такое разрешение, да. Вот. Поэтому, естественно, вот у компании, группы компаний Skyway есть реестродержатель, находится в на Кипре, в городе Лимассол, и, соответственно, это тоже компания, которая соответствует всем требованиям законодательства Кипра, а значит и Евросоюза, в том, чтобы быть компанией реестродержателя. Поэтому в данном случае вот, все защищено. Вот. Ну, я уже как-то говорил, что для инвестиционной грамотности правильно, что вы обращаете внимание на содержание любых документов, которые исходят от компании, вот, но надо еще всегда делать такую добавление или не поправку, а добавление, это интуитивно чувствовать, во-первых, команду, которая работает в компании, да, понимать, куда она движется и чем мотивируется и так далее, вот, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, понимать, что даже если в каком-то проекте вы видите где-то какие-то чуть-чуть там несоответствия каким-то вашим более высоким, допустим, требованиям, то ну, еще делайте поправку на человеческий фактор. То есть бывает так, что что-то не так в начале, но потом люди исправляют и идут дальше, и нет повода для беспокойства. А бывает, что наоборот подвохи закладываются специально и потом приводят к чему-то. Тут вот в этом плане нужно иметь всегда тоже развитое чувство интуиции. Тем более мы живем с вами уже в 21 веке, когда все уже говорят о том, что нужно развивать интуицию. Уже сегодня это не новое, не новость для многих. Очень полезное свойство, очень полезное чувство. И оно поможет и в этих случаях. Тоже. Я просто на это обращаю внимание, потому что, ну, далеко не всегда документы говорят обо всем, правильно составленные документы даже. Вот. Хотя это очень большой бонус, очень большой плюс для компании, если все документы у нее на высоком уровне. Вот вам, пожалуйста, Панасюк Надежда Викторовна из Республики Беларусь. Если на предложение задать свой вопрос, она пишет: а если у меня на данный момент нет вопросов, верю, доверяю, надеюсь на успех, хотя нет, верю в успех. Вот так. Следующий вопрос, Бобкова Эльвира. Хаджимуратовна из Казахстана. Здравствуйте, у меня вопрос от имени моей мамы, ей 83 года, она не умеет пользоваться компьютером, все необходимое в личном кабинете делаю я, ее логин. Так, указывается логин, я подписана под нее, вопрос, она хочет оставить акции компании, у меня наследство, сделать это сейчас, пока она жива. Объясни, как лучше и правильнее это сделать, обращаясь к нотариусам, они смотрят на акции, говорят каждый раз, конкретно ответа получить не смогла. У мамы гражданство, также Казахстан, спасибо. Значит, ответ такой. Нужно составить завещание. Его текст есть у нас в гиде, гид по личному кабинету, по-моему, так это называется. Там, по-моему, то ли 21, то ли 22 вопрос был. И там ответом на этот вопрос дается текст.
примерный текст завещания, который можете брать сегодня на как бы за основу. С этим текстом можно приходить к нотариусу и сказать: вот сделайте мне с этим текстом завещание. Нотариусу, в принципе, больше ничего не нужно. Текст нормальный, то есть все записали, выбрали, кто наследники, какие, кому сколько вы завещаете, и все. Вот текст этот принят, я уже говорил, люди делали завещание в Лас-Вегасе, в США, в Нью-Йорке, в Израиле делали, в Европе разных странах, в Британии, в Чехии, Словакии, еще в каких-то странах, там даже я всех не помню. Ну, естественно, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Все делали, ну, редко, когда нотариусы какие-то вопросы задают, но, в принципе, для завещания этого достаточно. Вот. В принципе, вот берите за основу и делайте. Так. Я думаю, что вот в вашем случае, так тем более, пусть напишет завещание и все. Следующий вопрос. Курилов Сергей Романович. Когда можно будет продавать свои акции, доли? Значит, предварительная информация такая. То есть только после 15 этапа возможно снятие моратория на продажу. Почему это сделано, я уже говорил, это защита, определенная защита от трейдерства, определенная защита от попыток, скажем, сбить развитие SkyWay, как-то негативно повлиять на него. Поэтому сейчас стабильно идет рост, идет движение, развивается проект, поэтому дальше, пока не закроется 15 этап, это невозможно. Но как только закроется 15 этап, возможно, я думаю, что скорее всего будет сделана какая-то внутренняя биржа. И, по крайней мере, так предполагалось с самого начала, что будет возможность продажи долей. Второй вариант – это выход компании на IPO, на международную биржу. Ну, произойдет, я так думаю, что несколько позже. Опять же, информация вся только от Анатолия Эдуардовича Юницкого и корневой компании. Я не владею настолько глубокой стратегической информацией, поэтому не могу вам сказать. Но после выхода на IPO, на международную биржу, на одну из бирж международных хотя бы, уже можно будет выставлять доли на продажу. Но опять же, вы должны понимать, что выставление на продажу долей компании, которая уже котируется на рынке, подразумевает получение прибыли от продажи, естественно, декларирование этой прибыли и уплату соответствующих налогов. Вот. Поэтому как бы не в чистом виде это будет все, та сумма, которая, на которую, возможно, вы рассчитываете. Хотя, если будет хороший спрос, к примеру, да, то спрос может даже и превышать то, на что мы рассчитываем. Поэтому цена может перекрыть все расходы, связанные с получением этой прибыли. Вот. Вкратце так. Так, Гамбалевский Игорь Михайлович спрашивает из Беларуси. Доброго времени суток. Произошел сбой. Пропали все данные в электронном виде, как компания обеспечит юридически мой вклад в этот проект на стадии открытого входа в корневую систему, на стадии, когда вход будет закрыт, говорю за ответ. Я, как говорил, у компании есть несколько, скажем так, мест хранения реестра компании, в том числе не только в электронном виде, но и в бумажном. Анатолий Эдуардович в этом плане очень хорошо все продумал. По крайней мере, он мне даже сам рассказывал о системе безопасности реестра. Меня это удовлетворило. Это было еще пару лет назад. Я думаю, что система безопасности реестра не снижена, ее уровень. Я думаю, что даже может быть и повышен даже. Поэтому в любом случае, я думаю, что волноваться за это незачем.
Всем могу только порекомендовать, когда вы узнаете, что у нас уже будет закрытие 15 этапа, могу порекомендовать, допустим, ну я для себя такое решение принял и думаю, рекомендую вам тоже сделать так. Это по закрытию 15 этапа сделать запрос в корневую компанию о получении выписки из реестра, именно из Кипра, с Кипра, от компании «Реестродержатель». То есть стоимость, конечно, такой выписки будет стоить 50 евро одна выписка. И, соответственно, пересылка компании DHL, это почтовая компания, она вот, до России, например, будет стоить примерно 100 евро. Вот рассчитывайте на такие 50 плюс 100 примерно. Могут быть корректировки, но приблизительно говорю вам сумму. Но тогда как бы эта выписка уже тоже она будет иметь какой-то вес, потому что она будет заверена компанией реестродержателем также. Вот. Ну, как бы это такая дополнительная страховка может быть такая. Вот. Но сейчас пока, я думаю, смысла нет, надо прождать все-таки закрытие 15 этапа и старта компании именно как игрока на международном рынке транспорта. Вот, чтобы мы стартанули и первые шаги сделали мощные. Тогда уже можно делать такие запросы. Следующий вопрос у нас Юсов Виктор Николаевич из России спрашивает. Человек работает госслужащим, и им рекомендуют не участвовать в коммерческих проектах, ссылаясь на закон о госслужбе, где запрещают быть участниками таких проектов. Помогите переубедить с юридической точки, ссылаясь на те же статьи закона. Но вы знаете, эти статьи закона сделаны для того, чтобы, во-первых, не было конфликта интересов, и в данном случае, если человек на госслужбе каким-то образом может повлиять на свой статус владельца таких долей, то у него может возникнуть конфликт интересов, если он использует для этого служебное положение. Если же нет, то тут спорный вопрос с точки зрения законодательства. Одни адвокаты говорят, что тут конфликта проблем быть не может, другие говорят, что ну как бы есть сомнения. Вот, то есть много юристов, много мнений на эту тему. Чтобы полностью обезопаситься, я могу приоткрыть такой секрет. Может быть, это не секрет, но я уже о нем говорил. Возможность полного исключения любого конфликта с законом в данном случае, даже сомнений. Это передача долей данной компании в качестве пая в потребительское общество. Это такая форма, которая вот полностью исключает нарушение вот подобного закона. То есть, если человек внес пай в потребительское общество, то считается, что он не владеет данными долями, например, этой компании, а ими владеет потребительское общество. И, по сути говоря, ему не нужно тогда ничего ни декларировать, ни заявлять, ни переживать за что-то, потому что это не его, это потребительское общество. А пая в потребительском обществе его не вправе лишить никто. Пай даже не арестовывается при каких-то разборках там и так далее, или расследованиях там, обвинениях. Вот, то есть вот вкратце такая вот информация. Вот. Сразу предупреждаю, возможный вопрос по потребительскому обществу Евразия. Мы его, в принципе, создавали для этой цели. Но из-за того, что у нас несколько ужесточились сейчас в государстве отношения к потребительским обществам, в том числе со стороны банков, то возникли некоторые сложности. Причем, скажем так, законом это никак не регламентировано. То есть нет законных оснований, такие жесткие какие-то отношения или требования к потребительским обществам предъявлять. Но при этом негласно идет какое-то такое игнорирование потребительских обществ в среде некоторых банкиров, ну и некоторых, возможно, чиновников каких-то министерств. Поэтому
попытка продавить, скажем так, закон, который бы изменил правовой статус потребительских обществ. Вроде бы как его приостановили, этот закон, не дали его провести. Люди включились, там подписывали петиции и так далее. Но сейчас тоже что-то вроде бы, не знаю, как сейчас там во властных кабинетах это все будет. Вот поэтому по поводу потребительского общества Евразия все немножко в таком затяжном состоянии находится. То есть мы как бы активно, абсолютно активно нигде не выступаем от имени потребительского общества Евразия, хотя оно у нас немножко задействовано в нашей деятельности. Ну, немножко оно задействовано. Вот оно продвигает один из адресных проектов от нашей компании так, по Иркутской области в сторону Байкала. Вот, в том числе и там и планируется линейный город строить. И есть очень положительные отношения властей Иркутской области. Вот, но много еще других нюансов, которые нужно утрясти, решить, договориться, найти понимание с чиновниками там и так далее. Поэтому вот все как бы не в таком быстром, активном состоянии. Но мы не отступаем от своих планов, мы не отказываемся от них. И при всех возможностях, какие только будут выпадать, будем продвигать вперед, пусть по чуть-чуть, пока, а дальше больше, мы будем продвигать это действие, развитие этой темы. Вот. Вкратце так. Ну, в принципе, на сегодняшний день владение долями SkyWay не является нарушением с моей точки зрения для госслужащих, потому что SkyWay не строится в нашей стране, не продвигается, не может войти в конфликт с работой госслужащего пока. Пока, да, с одной стороны. С другой стороны, это еще доля компании, которая, по сути, еще не стала даже на ноги. То есть официально они пока ничего не стоят. Нету документа, который говорит, что эти доли что-то стоят. И самое главное, госслужащий, который у нас покупает обучение, он же не покупает у нас доли SkyWay, а тем самым ничего не нарушает. То есть, купив у нас обучение, никто не вправе запретить ему это обучение покупать. У нас наоборот, даже сейчас, вот, прошедший год и в этот, пошла тенденция интереса чиновников к обучению в SkyWay Mix Group. Причем чиновники разных стран и разных уровней, в том числе и довольно высоких, вплоть до министров. Ну, есть такая тенденция, да, и примеры. Поэтому как бы никто не запретит купить обучение, а если компания дала вот этот самый бонус, электронный сертификат, который есть у нас внутренний при покупке обучения в личном кабинете, конечно, в таком случае человек никакие действия не произвел, чтобы, ну, то есть не совершал ни купок, ни обменов там каких-то, чтобы стать владельцем. Именно напрямую владельцем долей, потому что нет документа, который говорит, что ему проданы эти доли, например, там, понимаете. Поэтому здесь нет. То, что эти доли вырастут в цене через какое-то время, ну так я уже как-то приводил пример, что такой, может, бытовой пример. В одном кафе сидит, вы, например, сидите, и рядом какая-то известная там телезвезда или певец какой-то, ну, только начинающий известности. Вот взял на салфетке, он там кому-то сердечко нарисовал или подпись поставил, или пожелал там, вы говорите, дайте автограф, он на салфетке вам автограф нарисовал и пожелал там с пожеланием от такого-то, такого-то. Прошли годы, человек стал еще более популярен, и эта салфетка, ну, знаете, сколько стоят салфетки у нас сегодня, да? И представьте, вы с этой салфеткой где-то придете и покажете, вот у меня есть такая салфетка. Вам говорят, продай, 10 тысяч долларов дают, потому что это же звезда подписала и так далее. Вас можно сказать, что вы приобрели у этого певца вещь, которая стоит 10 тысяч долларов? Нет, нельзя сказать. Вещь сама стала дороже со временем, понимаете? Вот то же самое и доли SkyWay. Вы стали совладельцами тогда, когда они ничего не стоили.
Потом по счастливой, скажем так, случайности, но мы знаем, что это не совсем случайность, больше закономерность, но мы больше не знаем, а больше верим в это. Да, ну хотя бы мы предполагаем, мы знаем много об этом проекте, но не все знают об этом. Поэтому то, что мы предполагаем, что они станут дороже, это не является юридической гарантией для тех, кто проверяет госслужащих. И если человеку там эти доли за ним закрепили, то это не значит, что он стал участвовать в каком-то, получил какой-то коммерческий интерес в каком-то проекте. И он влиять-то не может на эти доли. Если бы он мог влиять на эти доли, на действия компании Skyway, чтобы как-то обогатиться за счет этого, то это одно дело. А здесь он даже влиять не может. Получил бонус, какой-то электронный внутренний сертификат, который даже не является ценной бумагой. А потом этот сертификат вдруг превратился вот в доли Skyway, которые ничего пока не стоят. Но потом вдруг компания Skyway стала строить везде дороги, и она стала востребована быть на рынке. И эти доли стали цениться. Понимаете, вдруг вот как-то так вот так. Это с точки зрения закона, понимаете? Поэтому я считаю, что здесь в данном случае никаких нарушений нет. Вот. Есть определенные, конечно, совсем, кто в режимах секретности с густами там работает и так далее. У них там намного жестче спрос идет, они должны все декларировать, открывать и так далее. Вот. Ну, для таких людей я рекомендую передавать доли в виде пая потребительского общества. Не потому, что это что-то нарушает, а просто чтобы не было к ним вопросов и не было такого, скажем, подводного камня, которым бы воспользовались какие-то неблагожелательно настроенные к этим людям сотрудники их же работы и не попытались там их, говорится, куда-то сдвинуть или задвинуть или убрать с какого-то поста. Поэтому здесь как бы можно вот таким образом сделать. Вот. Надеюсь, я достаточно объяснил. Галина спрашивает, выписка из реестра, сразу скажу, что да, действительно, вот как вам Александра Романова написала, для подстраховки. Выписка из реестра как дополнительное подтверждение того, что вы являетесь совладельцем долейской. Так, я сейчас снова перехожу к вопросам. Секунду. Секунду. Так, я вот спрашиваю тут по поводу объединения двух кабинетов, сделанных на одного человека. У нас, к сожалению, такой возможности нет, потому что это решение Анатолия Эдуардовича Яницкого, и он как против таких объединений. То есть вот, будет пока висеть, пока не будет принято какого-то другого решения. Потому что были злоупотребления вот с этими кабинетами. Люди делали по несколько кабинетов, чтобы получить бонус, ну, подарочные доли при регистрации. Ну, как бы вот жадность немножко подвела. Вот, а теперь как бы есть неудобство. Ваши права никуда не деваются, но вот с этим неудобством пока придется свыкнуться. Анджапаридзе Андрей. Когда доли перейдут в акции или будут выкуплены за доллары? Я не помню, отвечал этот вопрос или нет в прошлый раз, но доли перейдут в акции после IPO, то есть после выхода на международную биржу. Планируется ли в этом году выплата дивидендов партнерам по инвестиционному портфелю СВИК? А, по-моему, я на это отвечал в прошлый раз.
Это, опять же, вопрос к Андрею Фавратову. Он об этом объявит сам на своем вебинаре, когда этот момент наступит. Кирбеков, Тынчтыкбек. Нужна ли юридическая бумага? А, вы имеете в виду, наверное, выписка из реестра. Я рекомендую сделать по закрытию 15 этапа. Сейчас у вас пока доступна электронная выписка. Она действительно как документ. Хотя в электронном виде можете ее себе дома распечатать, сохранить на компьютере. Вот также есть возможность заказа электронного и бумажного сертификата. То есть, когда вы оплачиваете 10 долларов, это оплата за почтовую пересылку бумажного сертификата. И у нас сейчас должны уже подключить, будут буквально или сегодня, или на днях, кнопку заказа заказным письмом. То есть, когда заказное письмо идет, оно более, скажем, надежно, потому что бывает, что может не дойти по почте, то по обычной, то заказное письмо, оно будет стоить 15 долларов, и можно будет заказать. Вот. При заказе этого сертификата пишите правильный почтовый адрес, узнавайте у себя в почтовых отделениях, какой правильный у вас почтовый адрес, потому что иногда люди пишут, были какие-то изменения внесены, там буква поменялась, или название улица, номер как-то по-другому теперь пишется там. Ну, в общем, узнавайте почтовые индексы ваших почтовых отделений, это чтобы не было накладок. Потому что компания потом, если где-то утеряется в почте письмо, она повторно не высылает, придется повторно оплачивать. Вот. И, соответственно, с этим сертификатом появляется еще электронный сертификат в момент оплаты, и вы можете его тоже скачать. Это тот же самый, который придет в бумажном виде, только он в электронном виде. Вот. Будет еще и такой. Так, Россия Купранова спрашивает человека, как завещание написать сына, дочь, 6... А, это их тоже отвечал этот вопрос. Да, всех, кому вы завещаете, нужно всех указывать в завещании обязательно. И наша форма текста завещания, она как раз и дает возможность указать нужное количество наследников и указать, кому какие доли, проценты или там доли в завещании будут переданы. Так, Дилан Анатолий Филиппович, Молдова. Нужны ли мне какие-то документы на привлечение новых клиентов? Для привлечения нового клиента вам нужно скачать только, ну, подписать и скачать себе на компьютер договор. Главное, чтобы в личном кабинете был договор у вас. Это клиентское соглашение и партнерский договор. Это два документа, которые необходимы. Плюс согласие со всеми политиками внутренними нашей компании, которые выставлены, ну, во время регистрации. Вы даете, кликаете согласие с этим. И обработки данных, и политика как все политики, которые основаны на требованиях банковской системы, проверяющих, то есть это все политика возврата там есть и так далее. Можете с этим познакомиться и согласиться. Вот, в принципе, это основное. Если вы будете регулярно, вот, захотите выводить деньги из бонусного счета за то, что вы заработали, привлекая других клиентов, то есть вы тратите свое время, если вы профессионально хотите заниматься этим бизнесом, вот, то тогда вам нужно регистрироваться в налоговом органе, делать предпринимательскую или самозанятую деятельность и на основании этого уже работать. Партнерского договора в этом случае тоже хватит вместе с клиентским соглашением. Такая возможность говорена. Вот. Следующий вопрос. Жаткамбаев Арисхан Турханович, Казахстан. Какая гарантия есть, что я буду получать дивиденды и когда? Гарантия есть в уставе,
Ерисес Холдинг, это коротко, и мы его так называем. Полное название Eurasian Rail Skyway Systems Holding Limited, либо Systems Holding 2, там 2 Limited, и скоро будет еще одна 3. Пока мы, наш Skyway Miss Group работает по второму холдингу сейчас. То есть у нас закрываются все конверты, так называемые, именно во второй холдинг. Напомню, ERSS холдинги, коротко, их 3, первый, второй, третий, они абсолютно одинаковые. Там разница, их пакет долей, они не владеют. Главное, что этих холдингов являются совладельцами корневой компании Global Transport Technology Skyway. То есть, по сути говоря, все, кто входит в число владельцев долей одного из ERSS холдингов, все эти люди, по сути, являются совладельцами технологии Skyway и корневой компании Skyway. Вот. Поэтому гарантия получения дивидендов записана в уставе как корневой компании, так и компании вот этих ERSS холдингов. Там прописано, что вы будете получать эти дивиденды. Эти ERSS холдинги, в принципе, для этого и созданы, чтобы выплачивать дивиденды. Поэтому вот это и есть. Вы прочитать этот текст в уставе вы можете, открыв меморандум компании головной Skyway, который есть в личном кабинете в разделе «Инструменты партнера. Документы». «Инструменты партнера», заходите, и там выбираете вкладку «Документы». Там есть меморандум. В меморандуме вы найдете уставы и документы всех этих компаний, и корневой, и всех, кто является учредителями, совладельцами корневой компании, в том числе и вот наши ERSS холдинги. Вот, один там 15% первый держит, второй 18%, по-моему, или 17, или 18% с копейками. И третий сейчас еще какой-то процент, я вот сейчас так навскидку не вспомню, но ему передано это. В любом случае, во всех холдингах контрольный пакет держит Анатолий Эдуардович Чиницкий, его компания Unisky. Поэтому какие-то либо нехорошие, скажем, движения исключены, я думаю. Вот, вкратце так. Когда будет получен дивиденды, еще вопрос у вас, это как только будет получаться прибыль от реализации адресных проектов. То есть уже нормальная полноценная прибыль пойдет от реализации первых адресных проектов. Это и есть прибыль, с которой будет выделяться 20% на выплату дивидендов. Естественно, чтобы эта сумма была заметной для каждого инвестора, микроинвестора, которым мы с вами являемся, потому что мы с вами не инвестировали от миллиона долларов и выше в компанию, то чтобы мы заметили под тем пакетом, который мы с вами имеем, реально сумму хорошую этих дивидендов, надо построить очень много километров дорог. И чтобы жить на эти дивиденды, надо построить миллионы километров дорог, хотя бы миллион даже для начала. Но планы у нас — это более 36 миллионов километров дорог за там, первые там, лет 15, например, 20 от силы. Может быть, даже 10-15 удастся построить. Посмотрим. Но планы очень большие, потому что Skyway востребован, потому что альтернатив практически нет. Если есть альтернативы, они дороже и менее выгодны по всем параметрам, которые у них есть. А Skyway будет продвигаться, у него есть уже и надежные, такие, скажем, сильные покровители. Если вы смотрите новости, вот в Арабских Эмиратах, в частности, востребованность Skyway видна уже налицо на сегодня, поэтому его будет много. Вот. Ну и, соответственно, все, кто владеют долями Skyway, они будут получать с этого очень большие дивиденды. А построить 36 миллионов километров дорог — это не так много на самом деле. Одна Бразилия автодорогами обладает более 50 миллионов километров. Представьте себе, сколько можно построить Skyway, чтобы, как говорится, довести до каждого поселка, до каждого дома эту трассу.
И, в принципе, в будущем это вполне может прийти. Вот. Следующий вопрос из Российской Федерации, Антошкин. Как подарить акции в будущем? Как мне подарить акции в будущем? Ну вот после закрытия 15 этапа мораторий, я думаю, будет снят, и можно будет делать какие-то действия. Вот, либо при выходе на IPO компании, либо-либо. Вот. Но я думаю, что это вот подождем объявления закрытия 15 этапа и объявления планов компании Анатолия Дорчинницкого. В свое время, конечно, да, я помню, что он обещал сделать внутреннюю биржу. Но потом подумал и послушал, видимо, мудрые советы, что не стоит этого делать до закрытия 15 этапа. Вот, поэтому пока вот ждем. Но я думаю, что этот вопрос будет решен, потому что все-таки некоторые ограничения для совладельцев Долейской вы должны быть все-таки сняты после 15 этапа, потому что компания уже будет несколько спокойнее работать, когда вход в корневую будет закрыт полностью. Поэтому я думаю, что дождемся, и тогда можно будет и дарить, и продавать. Так, когда будут дивиденды? Фрош Юрий Константинович, я уже ответил. Максимов Александр Михайлович спрашивает, прошу вас защиты, посмотрите мой кабинет. Отобрали оплаченные личные доли. Как могли это брать? Переделали на женщину, которая не внесла ни копейки, дала мне расписку, что отрекается от части СКВ и ко мне претензий не имеет. Также не поступает опором по кабинету. Разделили бы на два. Пишут письма в пустоту. Ну, я таки, это вообще вопрос довольно более технический, наверное, потому что, хотя, ну, я не знаю, надо разбираться, каким образом так получилось, что у вас забрали то, что вы оплатили. Может, не все так, как вы, ну, не всю предысторию вы здесь описываете. Может, там были какие-то и с вашей стороны неправильные движения. Вы поймите, что если регистрируется кабинет, он регистрируется на конкретного человека. Если вы платите за этого человека какую-то рассрочку, это не говорит о том, что вы имеете право быть владельцем этих долей. Если вы платите, то вы должны как-то думать об этом ранее. Может, тогда стоило бы платить из своего кабинета, а не из чужого. Если вы хотели таким образом человеку помочь или думали, что потом человек на вас переоформит, ну так корневая компания запретила такие переоформления. У нас личный кабинет с подвязанным в нем личным кошельком – это как некий документ, и он не может быть так легко быть передан от одного человека другому. Это запрещено просто-напросто. Поэтому если кто-то другой за вас платил, ну вот вы должны разобраться с этим другим, с этим человеком, либо чтобы он вам вернул деньги, либо как-то еще, либо возьмите от него какую-то расписку о том, что он обязуется переоформить на вас эти доли там, в будущем, когда будет такая возможность предоставиться. Но опять же, это все компания, наша компания SKVMS Group не обязана обеспечивать такого рода сделки. Как бы это, ну, вне поля нашего действия. Это вы сами должны уже обеспечивать такие сложные действия с кем-то, договорные, там какие-то еще обязательственные действия. Мы, ну, как бы, ну, это не есть наша обязанность. Мы предоставили платформу для работы, мы описали правила работы. Это любой личный кошелек, электронный кабинет является привязкой к одной личности. Он не может передаваться от одного другому. Понимаете как? Вот и все. Если какая-то путаница, ну, значит, надо разобраться и определиться, в чем это. Но опять же, я вам скажу, что поддержка, например, у нас смотрит всю историю кабинета. Есть всякие операции, которые люди делают, пишут там, вот там мне там то-то, то-то сделали. Я платила, мне, значит, не приняли или какие-то обвинения в компанию. Потом открывают историю кабинета, а он там кучу беспорядочных действий делал. Делал покупки, отменял покупки, делал покупки, отменял покупки. В итоге сам человек запутал ситуацию. Ну, компания-то как может за это все отвечать? Мы фиксируем все действия. И все, вот как вот с компьютером, вы нажали кнопку Delete,
удалилось. Компьютер нельзя обвинять, что он удалил то, что вы не нажимали. Если он удаляет только если вы нажали кнопку. Так и здесь. Так что я тут как бы, ну не знаю, я спрошу Татьяны Осиповой по поводу вас еще раз, что там с этими долями. Уточню, обязательно вы писали 27 июня. Я уточню. Так, Алферов Александр Викторович, когда можно будет вложить приобретенные токены в целевые проекты? Это вопрос, опять же, Александр Викторович, не ко мне, а в корневую компанию, потому что никакой сегодня информации, кроме той, которая висит на сайте корневой по поводу токенов, у меня вообще нет. И насколько я понимаю, то корневая компания еще разрабатывает документацию под эти токены. А я, например, не видя этой документации, не могу опираться только на декларацию на сайте. Декларация – это как некая, как декларация намерения. Но мне нужен документ. Я понимаю, что корневая компания условно ветер не бросает. И если она пишет, она старается этому соответствовать. С очень большими усилиями это все делает. Строго следует вот заявленным требованиям и обещаниям. Вот. Но с другой стороны, как бы мне как юристу и как человеку, как бы я не могу без документов какие-то выводы делать. Поэтому я пока вот в ожидании информации по токенам. Не могу вам сказать, потому что у самого не очень такая полная информация на эту тему. Я думаю, надо подождать просто. Когда, согласно календарному плану, будет окончательно сдана первая трасса в ОАЭ? Ну, честно говоря, я не слежу за календарным планом строительства в ОАЭ. Просто потому, что физически не успеваю. И по моей работе я как бы не курирую этот участок деятельности, поэтому прошу меня простить, я не в курсе. Так же самое, как и вы, слежу за новостями, и то бывает даже с опозданием читаю или смотрю видео. Хотя по одним заголовкам меня уже радуют заголовки, а не новости, и вдохновляют. Поэтому так, значит, электронный вопрос закончен, перехожу на вопросы в чате. Сколько у нас тут магикан еще? 80 человек. Ну, здорово. Так, Александр Тетерин. Как грамотно составить завещание при передаче долей до выхода компании на IPO? Ну вот, Александр, я говорил, найдите... Я просил еще Нику Слуцкую, руководителя нашей службы, которая обеспечивает контент на сайте, чтобы они... вернули, сейчас у нас новая версия сайта, раньше не вернули, а поставили в такой еще в одном месте в инструменты партнера текст завещания. Сейчас же точно знаю, что он должен быть в разделе гид по личному кабинету, и там то ли 21, то ли 22 вопрос касательно наследования или касательно текста завещания, даже не помню, там они сейчас поменяли немножко у нас. Вот там есть. Либо вопросы-ответы о деятельности компании. Там тоже есть этот текст. В крайнем случае, если вы не найдете там по какой-то причине, можете обратиться в нашу поддержку. Они вам этот текст скинут. Вот, есть на русском, есть на английском. Это, я думаю, что этого текста достаточно на сегодня для того, чтобы оформлять завещание. Потому что, ну, я его так тоже, как говорится, составлял долго, продумывал. Ну, нотариусы одобрили, разные нотариусы одобрили этот текст. Так что для меня это как бы, ну, знак того, что достаточен такой текст. Так. Скажите, имеет значение составлять завещание доли после выхода на IPO? Галина, тут такой вопрос. Мы имеем дело с проектом коммерческим, да? Который выходит на международный рынок. Что такое IPO? Это выход на международный рынок. Ну, скажу так, появляются некоторые риски при выходе на IPO. Это, ну как риски, каких-то
временных взлетов, падений, например, или каких-то напряженных моментов, или это, ну, это как идет всегда любая компания, ну, большинство компаний, выходя на рынок, на IPO, сталкивается с тем, как пытаются эту компанию купить по дешевке крупные игроки рынка, акулы бизнеса, так сказать. Довольно часто люди довольно, ну, такие далекие от нравственности, то есть у них только интерес, бизнес и все. Как говорится, ничего личного, только бизнес. А бизнес у них такой, вот сделать негативный фон по выходу какой-то компании, какими-то якобы компроматами, там, мульками, какой-то клеветой. Пока люди будут разбираться, у всех энтузиазм упадет инвестировать в эту компанию. При выходе на IPO цена акций этой компании падает, пока компания пытается отмыться от всевозможных обвинений, там каких-то подозрений, каких-то фактов, якобы, которые говорят, что у компании некачественная продукция, там, или компания там задумала какие-то изменения, которые приведут к банкротству или к каким-то убыткам там, и так далее. Ну, в общем, целый там инструмент грязной всякой, грязного белья такого искусственно сделанного. Но пока компания отмывается, а будущие инвесторы разбираются в этом вопросе, у них, конечно, энтузиазм падает, они не инвестируют. А цена акций при этом падает. То есть это специальный инструмент такой даже. И вот эти вот акулы бизнеса, зная все об этой компании, что она очень гениально, талантлива и перспективна, и она поднимется в цене в любом случае, они скупают по дешевке через подставных лиц, через подставные компании, контролируемые этими акулами, скупают все эти акции за вообще за центы, за копейки. И потом приходит информация, что все это было неправда, что это все было необоснованное подозрение, происки каких-то недругов там, которые даже бывают и подкупают, да, там, чтобы они давали какие-то лжесвидетельства и так далее. Но когда уже народ кинулся уже покупать эти акции, уже разобравшись, что все-таки его обманули, ну, цена этих акций в разы, а то в десятки раз выше. Потому что эти акции-то в основной массе своей уже перетекли к этим игрокам рынка крупным. И они уже диктуют свою цену на эти акции, зарабатывая на этом, понимаете? Ну и народ, чтобы хоть как-то вложиться, отдает эти деньги свои, ну, покупает намного меньше этих долей. Поэтому вот эти риски, когда у вас все документы есть в порядке, вам как бы здесь уже переживать, страшиться нечему. Но это не только как бы это, те же там попытки рейдерских захватов некоторых компаний. То есть все вот такие денежные отношения, они любят бумагу тоже. То есть и бумагу, я имею в виду документ. В любом случае нужно какие-то документы иметь, потому что международный рынок весьма циничен, весьма беспардонен, скажем так, и весьма жесток. Поэтому все, что будет нужно, что делают все обычные инвесторы в нашем случае, это брать максимальное количество документов, которые дает, требуется, да, по, ну, то есть это минимум, который требуется, но этот минимум должен быть каждый на руках, я считаю. Поэтому все, чем можно обезопаситься, мы обезопасимся, дальше будем, как говорится, держать кулаки за развитие проекта и за то, чтобы эти акулы, как говорится, друг друга полопали, а нас не тронули. Вот и все. Либо этим акулам что-то кинется, какой-то искусственный корм, что они на этом корме забыли про нас и так далее. Посмотрим, да, как это будет. Ну, просто рекомендую, да. Так, Александр Тетерин, имеет ли право суд арестовать доход от токенов, если есть задолженность в банке? Доход от токенов, да, может арестовать. Это же доход. Но банк должен знать, что у вас есть этот доход и что вы его вот получили на свой банковский счет. Понимаете? Если у вас где-то в каком-то зарубежном интернет, денежном кошельке, электронном кошельке, куда-то какие-то бонусы капают, доход от тех же токенов, да, но вы его не выводите, а поставили вообще там на автомате реинвестирования, например, и так далее, то возможно, что банк не сможет узнать, что у вас есть такое. С одной стороны. С другой стороны, тут, как говорится, как толковать, вы знаете, сейчас идут жесткие регуляции, поэтому
И электронные кошельки, так называемые, это не просто где-то в интернете, как сейчас это модно рекламировать. Это реальные банки с реальными службами безопасности, compliance контроль и так далее, которые проверяют все транзакции, даже электронных кошельков. Сейчас, в последнее время, вот пошли проверки по разным платежным системам и так далее. То есть свои нюансы, поэтому, причем могут и запросить данные там, за какой-то период времени там, назад. Вот я приводил пример о том, что один из банков запросил происхождение средств ну, там, по двум-трем клиентам у нас. Так это запросил не просто банк, это запросила платежная система, которая работает как банк. То есть это электронный кошелек, по сути, запрашивает такие вещи. Значит, его кто-то, скажем так, нагибает, чтобы он такие запросы делал, а кто-то этот, никто иной, как тот банк, в котором обслуживается этот электронный кошелек. Все кошельки в мире электронные привязаны к конкретным счетам банков. И банки контролируют в том числе и эти платежные системы. Поэтому тут могут быть трактовки в пользу того, что если вы получили доход, что вы его ну, вот, реально получили. Вот. Если пока как бы не обратили на это взимание, то ну, как бы вам, как говорится, повезло. А если захотят выяснить и сделать, то ну, в первую очередь выяснят, конечно, внутри России, во вторую очередь уже за рубежом. Как бы тут зависит, где платежная система зарегистрирована, где у нее счет в банке открыт. Зависит от того, как та страна и те банки коммуницируют с российской налоговой, например, или там судебными органами и так далее. Вот. Обычно ситуация вот так выглядит. Но прогноза точного я вам дать не могу, потому что по умолчанию доход есть доход. То есть это ваша собственность, доход, денежная собственность. И если есть решение суда, это, но опять же, по решению суда. Суд не может забрать все ваши деньги. То есть суд может взимать в качестве возврата долга, там 50%, например, вашей зарплаты, но не, там, но не более суммы, должна оставаться сумма вам на прожитие, например, понимаете, или вы, допустим, там содержите еще семью и так далее. Если вы докажете в суде, что вы там содержите престарелых родителей там, или там родственника кого-то нетрудоспособного, например, нетрудоспособным не только является там несовершеннолетнее лицо, или инвалид, а это могут быть люди даже пенсионного возраста. Они могут даже где-то и зарабатывать, но по умолчанию в законодательстве они считаются нетрудоспособными. То есть люди ну, именно пенсионного возраста. Поэтому если человек помогает родителям, то это тоже как бы факт тот, что суд должен обратить на это внимание и не взимать все деньги в рамках задолженности там, по кредиту, например, и так далее. Тут вот надо с юристами переговорить, какая у вас ситуация, которые вот ведут вот эти вот проблемные задолженности. Ну и подумать, как закрывать это все, потому что с таким дамокловым мечом жить очень сложно. И это всегда долг перед кем-то материальный, он перекрывает более широкие финансовые потоки, которые могут к вам прийти. Надо стараться, конечно, закрыть, пусть по частям договориться как-то вот, найти подход. Ну, я не знаю, тут советовать можно по-разному. Примерно так вот. У меня была ситуация с кредитом. Очень тяжело было жить с ним долгое время. С каждой зарплаты, с каждого прибыли какой-то подзаработки отчислял деньги, чтобы закрыть чем скорее. Вот. Но когда закрыл, это было, конечно, гора с плеч. Больше стараюсь не влазить. Так, Александр, в интернете есть презентация адресного проекта Skyway по Московской области, где инвестором хочет быть крупный российский банк, не называется, так как договор еще не подписан. Есть ли новости по этому вопросу? Александр, по этому вопросу новости, наверное, у нас выйдут из уст Андрея Хавратова, ну, когда их можно будет вот, озвучить, он озвучит. Вот, кстати, 28 февраля у Андрея будет вебинар итоговый за работу, ну, по работе за февраль, и вы можете там задать этот вопрос. Я думаю, что Андрей больше в курсе.
Я просто сам не веду напрямую этот проект, и именно вот по Московской области я так немножко в курсе, но не настолько плотно, поэтому не могу вам подсказать, к сожалению, свежей информации пока. Знаю, что работа идет, не стоит на месте, по результату будем объявлять. Так, Александр Акулы. Банка, почувствовали запах денег, здесь народу ничего не светит. Если договор подпишут с ними, то и прибыль идет им. Надо говорить, договариваться со всеми в этом плане, если речь о кредите. Так. Алексей, 13-й этап идет, я не слышался. Ну да, уже 13-й. Мы под этапы закрываем постепенно. Подходим к 14-му. Так, кто-то в курсе, на каком этапе сейчас ветка Санкт-Петербург-Москва, которая идет на восток в дальнейшем. Ну, ветку Санкт-Петербург-Москва тоже продвигаем, но пока это все еще, ну, как бы вот в более первых стадиях находится. То есть у нас есть подписан договор на эту ветку, предварительный о инициации этого проекта. Вот идут переговоры с чиновниками, идут переговоры с финансовыми группами, с разными заинтересованными лицами. Вот когда это во что-то конкретное уже выльется. Ну, в принципе, эту ветку всю сразу строить-то не обязательно. Там могут быть какие-то отрезки, с которых это начнется, и после этих отрезков можно будет тогда дальше удлинять, 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 и будет 10 тысяч километров, как запланировано. Но работы идут по разным участкам у нас. И я уже говорил, вот по Иркутской области там тоже эта часть, по-моему, как-то связано вот с этим тоже проектом нашим, будет часть проекта. Так. Хорошо бы всем россиянам стать акционерами Skyway и самим построить хотя бы часть проекта. Вот мы тоже за это бы хотели. Ни на кого не надеяться, ни на кого не опираться, своими деньгами построить. Для этого надо хорошо заработать. А для начала надо еще, чтобы 15% населения поддержали. Пенсионный вопрос решим. Это же не сказка. Время-то идет. Пока задаем вопросы по завещанию. Мне тоже уже за 80. Так, да, вот Галина правильно ответила. 13 этап разделен на 3 подэтапа, и сейчас мы на втором этапе, подэтапе. Так, раз вам интересно будущее планеты, вам не 80, а 50, точно. Так, Габриэла, Максим, вы не знаете, будет ли еще обратный выкуп долей для остальной части инвесторов? Честно скажу, не знаю. Анатолий Эдуардович Юницкий не исключал еще таких действий в дальнейшем, но не исключал, но я не знаю, планировал ли и на какие даты, если планировал. То есть вот на эту тему не говорил, потому не могу сказать. Так, Галина, Максим, если я с бонусного счета вывожу на банковскую карту уже за минусом налога, то все равно нужно где-то отмечаться. Но по идее декларировать нужно этот доход на следующий год после получения дохода, по идее. По законодательству, так. Год назад говорилось. Евгения пишет, год назад говорилось про 100 тысяч километров, а теперь про миллионы заговорили, дивиденды от нас удаляются. Ну, вряд ли говорили про 100 тысяч километров, Евгения. Мы, может быть, говорили на какой-то ближайший период 100 тысяч километров планировали, но изначально говорили про миллионы. У нас и сотрудничество с Анатолием Эдуардовичем Леницким подписано ни много ни мало на 20 лет. А 100 тысяч километров дорог это не на 20 лет, это явно там каких-то, может быть, 5, 7, 8 лет будет, до 10 максимум.
мы так предполагаем. А вот миллионы это уже намного быстрее, больше, но и строить их уже у Анатолия Эдуардовича разрабатываются варианты строительства именно автоматизированные. Понимаете? Автоматизированная, допустим, сварка, когда там 1000 километров за месяц будет пройдено. Сварочный робот проедет, и все вот эти вот струны, будут опоры стоять, и он струны проложит, и тут же сварит их, и, ну, и натяжку сделать, все, 1000 километров за месяц может такой робот пройти. Ну, Анатолий Эдуардович такие системы разрабатываются. То есть будет максимально механизированным, максимально автоматизированным процесс именно массового строительства. Это не будет так, что как руками там бригада пришла, поколотила там колышки, поколотила там, залила бетон там, все руками, все руками, все руками. Нет, это уже тот период проходит. Сейчас очень много чего будет такими с помощью машин, роботов делается в том числе. И это какие-то ответственные моменты будет контролировать человек. Так что дивиденды вряд ли удаляются. Мне кажется, дивиденды даже приближаются, потому что мы не планировали до закрытия 15-го этапа уже начать строить реальные вещи, и не было запланировано участие еще очень крупных таких инвесторов, которые вот сейчас в лице шейхов из арабских пришли к нам. И ну, много чего не было запланировано до окончания 15-го этапа, а сделано. Понимаете, и ценность технологии повышена за счет ее совершенствования. Мы уже там, не помню, какое поколение, уже пятое или шестое, или седьмое уже Skyway идет. Его совершенствования такие уже существенные с каждым разом, в короткие сроки принимаются, что это, конечно, просто чудеса на глазах происходят. Так что я не думаю, что дивиденды отодвинулись. Наоборот, я думаю, что они приблизились, и размер их должен увеличиться в связи с вот этими всеми изобретениями и реализацией этих изобретений. Александр Романов пишет: Евгений, зависит от количества долей. Если у вас 5 миллионов, то, конечно, вы получаете со 100 тысяч километров. Если пакет небольшой, то и километров должно быть миллион. Да, правильно, так и говорили. Но сейчас у нас больше уверенности в том, что доли могут стоить намного больше, чем предполагалось. И больше уверенности в этих ценах сейчас, потому что реально проект опережает свои показатели запланированные по развитию, по достижениям, по всему. Насчет, когда будут конкретно начисления дивидендов, я пока сказать не могу. Может такое быть, что еще до того, как 1 000 000 километров построим, уже будет столько прибыли, что можно будет начислять. Тоже возможно. И будут начислять. Потому что в уставе не написано про 1 000 000 километров дорог. В уставе написано 20% от прибыли. Вот. Соответственно, будет принято решение, когда прибыль будет достаточной, чтобы она покрывала не только расходы компании, но и уже шла на отчисление дивидендов, то, естественно, будут отчислять. Так, ну, начислять эти дивиденды, да, перечислять. Чтобы акулы не схавали, не стоит спешить на мировой рынок. Ну, я тоже так считаю. Ну, Анатолию Эдуардовичу виднее, потому что он видит ситуацию больше, чем мы, и будет видно. Так, Галина, у меня мой реферал потеряла долю. Казалось, что она была во вкладке Евразия, перешла на вкладку Skyway, и все проявилось. Ага. Так, существуют ли окончательные сроки конвертации долей в токены? Тоже, Евгений, не знаю, это вопрос корневой компании. Александр Тетерев, Максим, как компания будет искать наследника долей? Акция, если он по каким-то причинам не будет знать, что он является владельцем компании. Ну, для этого вам нужно указать этого наследника как доверенное лицо в личном кабинете. У нас там такая вкладка есть, указать доверенное лицо. Там, по-моему, двоих можно указать. Вот укажите тогда своих наследников, их телефоны, адреса, там,
все, что возможно для контакта с ними. Вот, очень рекомендую таким образом, потому что сама компания специально выделять ресурсы на поиск наследников, по идее, не обязана. Это наследник должен сам найтись, но если будут висеть чьи-то доли ушедшего какого-то человека, и никто не будет обращаться, они будут висеть на балансе компании за потенциальными наследниками. Возможно, в какой-то момент компания, имея достаточную прибыль, может себе позволить, сможет себе позволить специально нанять человека, который будет заниматься поиском, или даст поручение кому-то из сотрудников, кто будет заниматься реальным поиском наследников. Но я думаю, что это, если это какая-то очень большая доля, например, там может быть, я не знаю. Но опять же, это вопрос еще нужно обсуждать. И обязанности такой за компанией нет. Поэтому ей как бы это не обязательно. Но в любое время, когда наследник обратится с документами официальными, что наследник, ему на него переоформят эти доли. Так, Галина, еще один вопрос. Через год, если декларировать, доход компании, и в это время я выхожу на пенсию, то тоже нужно идти в налоговую. Меня просто заволновал этот вопрос. Вы не волнуйтесь, если вы разово вывели, то, ну, то есть вы получили разово прибыль в год. Значит, вы просто задекларируете в декларации, что у вас была прибыль в этом году. Такой-то суммы и все. Но регулярный вывод — это такая, скажем так, русским языком стрёмная вещь, сленговая. Стрёмная, потому что как бы, ну, есть риск того, что будет признано, что занимались предпринимательской деятельностью незаконно. Как бы есть риск такой. Как из него выйти, надо подумать. Если это происходило, то значит, надо подумать, как это сделать. Можно просто заявить, что, конечно, это может не быть каким-то оправданием, может, частичным оправданием, что вы там заработали и единожды, а выводили по частям, например. То есть, опять же, это нужно, не знаю, если это так, если это соответствует действительности, если нет, то... Не знаю. Но всегда проще, конечно, задекларировать доход полученный. Ну, либо уже положиться на то, что, ну, что, ну, будет штраф за незаконную деятельность. Штраф какой-то. Можно узнать, сколько там будет. Пеня, штраф и так далее. Может, не сильно там много и будет, на самом деле. Кто его знает. Надо проконсультироваться с теми юристами, которые ведут обслуживание предпринимателей и физлиц, чтобы они более детально посмотрели по законодательству, какая там ответственность. Может, ничего и страшного-то особо не будет, если даже заявите о том, что получили доход, заплатили налог, по крайней мере, к вам меньше вопросов-то будет. Вот. Так, ну я смотрю, уже вроде все. Благодарю всех за внимание. Всем привет из солнечной Малайзии. Здесь сейчас, сейчас вам скажу, у нас сейчас здесь 29 градусов. И при этом без 10 час ночи. Жара. Всем удачи, всем всего самого доброго, хорошего, светлого. Вот. Будьте здоровы, процветайте, обучайтесь. И у вас все будет хорошо. До новой встречи. До свидания. Благодарю за внимание к вебинару. Николай Куца, благодарю за поддержку.